сокомандник. Она говорила, что неютно себя чувствует зритель на трибуне, когда катаются китайцы. Она здесь в роли Team Woman. Да. Ну что, смотрим. Стефания Бертон, Андре Хотрик. Третье место после короткой программы впервые в карьере. Претендует на пьедестал почета европейского турнира. Посмотрим, доросли или нет. Итак, Винсент Амиго, поэт ветра, поэт стихии. Камерлянга и Анжелика Крылова. Хореографы и постановщики. Ездили ребята к ним в Детройт. Там ставили программу. Ну, казалось бы, да, ничего сложного. Простой круг в центре поля, но в характере он, в чувстве этой музыки. В хорошем ходу заходит на правильный прыжок. Есть 3-2. 3-2-2. Да, готовы они, конечно. Неплохо. Два с половиной оборот, двойной аксель будет. Или сальхов тройной. О, вот, да. Первая ошибка. Открутка хорошо тройная. Сложный заход, какой очень сложный заход. Сложный захват, поддержка. Потом да. Быстро, мгновенно перехват. Еще беговые с партнершей, это очень сложно. И у нее положение в кольце, а у него опять шаги. Они в короткой получили третий уровень за Тодос, что удалось вчера совсем немногим парам. В короткой программе Тодос назад наружу, очень сложный Тодос, поэтому не все дуэты вытягивают на третий уровень сложности. Даже наши волосажар Траньков получили первый уровень. Тройной ридбрекер немножко с ошибочкой, но удержалась партнерша. Молодец. Сальков тройной. Thank you.
Вы знаете, наверное, самый главный вывод после их проката, они в этом сезоне научились терпеть. Они могли дотерпеть эту произвольную до конца, вытягивая последние два выброса. И даже Александр, мы все дернулись. И подзавелись, знаете, к концу подзавелись, ребят. Даже не то, что устали, а подзавелись. Она споткнулась при заходе на Лидберге. Да, заходе, я дернулся, не выдержит. Они собрались и сделали. Я думал, что они не сделают, честно говоря. Да, они должны были упасть, потому что раз... Был сбой в темпе. Потеряли темп, все. Нет, они выждали маленькую паузу, поймали скорость. И сделали. Она вытащила этот выброс, и молодцы. Они поняли, что они докатают. Молодцы. Вот этот бойцовский характер, это как раз вот спортивный характер, который должен преобладать на всех соревнованиях. К сожалению, не все справляются, но хочется всем это делать. Ну, начали они сезон на турнире в Братиславе, на мемориале Ондже Непела, там у них серебро. Затем две бронзы на этапах Гран-при. В финал они не попали, но дважды были на пьедесталах почета на этапах серии Гран-при. И в Дортмунде на Nordrhein-Westfalen, это название федеральной земли в Германии. Так вот, на кубке вот этой вот самой земли, Северный Рейн-Вестфалия, они опять же выиграли серебряные медали. И что? Теперь претенденты на то, чтобы с чемпионата Европы также без пьедестала не уехать. Он старше ее на 6 лет. Ему 29 исполняется. Но уже на самом деле вот можем его поздравлять, дорогие друзья, потому что 25 января уже наступило, а у него как раз день рождения 25 января. Ему сегодня исполняется 29 лет. Ну, падение только, конечно, жалко. И широко разъехались. Стефани 22 года, она родилась в Асьяджо, а он в Брно. Но, в принципе, как спортсмен он стоялся в Италии и всю жизнь, в общем-то, катался за Италию и с Лаурой Мегетери. Вот. Хотя был у нее период, когда он катался с Вероникой Гавличковой, но вот я не помню, что они катались за Чехию. Франко Бьянкони и Джейсон Данжен их тренируют, и вот Паскуале Камерленго и Анжелика Крылова, хореографы и постановщики. Музыка, конечно, заводная, да, Александр? Да, музыка заводная, и программа хорошо поставлена, элементы разбросаны по всей площадке, хорошо просматривается, и я думаю, что судьи это тоже отметят. Очень важно, когда элементы хорошо просматриваются и поставлены правильно. Будем сравнивать с французами. У них было 5 баллов преимущества. Конечно, выбрать французам эти 5 баллов практически нереально. Все, они третьи. На 11 баллов они превосходят свой прежний результат за короткую, за произвольную программу. Они как минимум третьи. Да, они устанавливают свой личный абсолютный рекорд. 123,17. Андрей, не забывайте, это итальянская пара, третья на Европе. Не французская, не чешская, не немецкая, а итальянская. Тоже рекорд свой. Нет таких традиций в состязании спортивных пар у Итальянской Федерации. И такого авторитета нет, но теперь будет, да. Но они доросли до этого. Следующий наступаю представитель Руссии. Next to skate, representing Russia. Татьяна